Сегодня происходит второй день Голосеевской осени, и сегодняшний старт посвящен памяти Валентина Провила, украинско-советского ориентировщика, преждевременно покинувших, к сожалению, этот мир, очень порядочного и сильного спортсмена и человека. Соревнования проходят на ВДНХ, карта Голосеева, пробежали, мне все понравилось. Дистанция хорошая, карта корректная. Так что спасибо организаторам. Успешно провели очередные традиционные 15-е, даже 15-е юбилейные соревнования Голосеевской осени. Вот выписываем грамоты. Девушки заняты, мужчина контролирует. Далее, пожалуйста. Себя победил, а другие не важно. Все отлично, все хорошо. Готовимся на 20 километров. Прекрасная дистанция, очень хорошо. Супер. 15-е соревнование. Юбилейные. Традиционные, юбилейные. 320 участников заявилось. Рекорд трассы. Да. Да. Дистанция очень понравилась. Соревнования очень хорошие. Организовано все сделано. Не, погода классная. Надо иметь здоровье и голову трезвую. Очень хорошо, что сейчас много молодежи. Где так бегают? Очень хорошо. Ребята, есть кто в призах? Пришла. Я второе место, хотя лидер – это лучшая команда. Это пробежала за 16 минут, а я за 20. Давно занимаешься ориентированием? Ровно год. Вчера были соревнования, на которых я в прошлом году. Молодежи шикарно просто, что они выходят, бегают. И... Может быть, есть будущее. Бежим 3 года с пункта на пункт, да? Вы победили всех? Нет. А себя? Себя тоже нет. Все впереди. Ошибки делают все, поэтому все впереди, да. Ориентирование по карте, то есть есть точки нанесены на карте, через которые нужно пробежать. А трейл, то есть промаркирована дистанция по лесу, и нужно по ней бежать. В принципе, ориентирование немного сложнее, потому что приходится еще думать и выбирать путь. Дівчатка, всіх перемогли? Такі дочки. А хтось є в призах із вас? Так, є. Ми просто пробіжали. А в призах хто? Призи попав хто-нибудь? Так, да, ще не було. Я вас поздравляю. Спасибо. Все в призах. Ждем награждения. Мы помним даже, когда Валика награждали на прибалтийских многодневках. На Ильвисе? Да. У меня даже есть его там. Вы уже пробегли? Да. А в призах кто-то я? Поздравляю, яке місце? Смотри. Большой мог бы. Все. По спортивному ориентированию. Я с ним живу регулярно. У меня с ним тоже двое детей. Василий – это наша гордость. Заслуженный тренер Украины, заслуженный противник, орденоносец. Президент вручал лично. Так что вот так вот у нас все происходит. Бывший президент. Вручал прошлый президент Ющенко, да. И прошлый прошлый премьер Тимошенко, да. Тоже жали мне руку. Потом я был очень доволен. Осталось слово за Януковича. Да. Он еще пока нас не принял. Да. Почему-то... Наверное, ему спорт особо не интересен пока. Будем надеяться. Может быть, кто-то посмотрит и обратит внимание на это, правильно?